Фернандо Фернандель. Сюжет и сценарий: Эммануэль Пиноту, Пьер Бенедетто Бартоли. Оператор: Пепино Акуари. Композитор: Пьеро Умильяни. Режиссер: Камила Мастерченкуэ. В главной роли: Фернандель. Ночь ужасов. Сеньор Фернандо дома? Его нет. А кто его спрашивает? Друг. Попытайтесь предупредить его, пока не стало слишком поздно. Его жизнь в опасности. А вы кто? Ему угрожает смерть. Предупредите его. Да, но сеньора Фернандо нет. Он уехал. Предупредите, ему угрожает смерть. Сделайте это быстрее. Послушайте, я хотела... Алло, вы здесь? Алло. Святые небеса. Алло. Что же мне теперь делать? Ну что же мне теперь делать? Алло. Алло, это справочная? Я бы хотел узнать телефон станции, будьте любезны. Да, справочное бюро. А вам спасибо большое. Алло, справочное бюро? Можно предупредить одного человека, чтобы он не садился на поезд? Какой поезд, сеньора? Поезд на Черное озеро. Человека зовут Фернандо. Поезд на Черное озеро уже ушел. Сожалею, сеньора. До свидания. Святые небеса. Уехал. Ваш билет, пожалуйста. Ага, вот. А во сколько отправляется следующий поезд обратно? В следующий вторник. Через неделю? О, да. Эти места мало посещаемы. Все наши пути – мертвые пути. Последний билет я прокомпостировал месяц назад и только наполовину. У пассажира был билет туда и обратно, но он его не использовал. Умер? Нет. Он поехал на велосипеде. Ну, это не страшно. Я бы сказал, очень страшно. Почему? Потому что за 3 километра до деревни у него под ногами обрушился мост. Так значит, он умер? Нет. Но он стал слабоумным. Везунчик. Но с вами этого не может случиться. Что вы хотите этим сказать? Потому что мост починили. Ага, я понимаю. А где остановка автобуса? Там, в деревне, перед гостиницей. Да, спасибо. Гостиница «Добрый отдых». Простите, автобус на холодную землю останавливается тут? Да, здесь. Но когда он будет... Простите, сеньор. Замок в холодной земле. Замок в холодной земле? Есть автобус, который туда идет? Да, есть один. Когда? Через какое-то время.
Через час? Может, час. Через день? Может, день. Но не через неделю же он придет. Зависит от паводка. От паводка? Да, поток, который течет перед замком. Позавчера туда свалился автобус. А как же мне туда добраться? Куда? Замок горячей земли... холодной земли. Не доберетесь, и это хорошо. Да, может, это и хорошо, но мне туда нужно. Ну, если вам так необходимо, в это время... Да, поздновато. Ну, это ваше дело. Да. Мы здесь, а замок здесь. Вы можете пройти по тропе Филина, отлично. Потом вам надо пройти через лес Висельника. Лес закончится, выйдете на равнину мертвеца. И там вы практически пришли. Там холодная земля, и сразу видно замок. Холодная земля. Да, вы увидите какие-то гостеприимные места. Налейте мне коньяку. Если позволите, я вас угощу. Вот как? Почему? Это всегда делают перед... Перед чем? Перед закрытием. Ваше здоровье. Антонио, один кофе очень черный. Ты на повозке? Да. Ты не мог бы отвезти сеньора? По пути. С удовольствием. Молодец. Вот мой экипаж, сеньор. Очень шикарный. Можем ехать. Прошу. Ну, поехали. Гроза. Да, начинает капать. Приеду за вами завтра утром. Нет, спасибо, ни к чему. Я сам вернусь. Мне очень жаль, но всех, кто выходит оттуда, забираю я. Всегда. Смотрите-ка. Спокойной ночи. Да, спасибо. До свидания и счастливого пути. До свидания. Пошла. Вы кто? Я Фернандо. Фернандо? Да, племянник покойного. А, это вы, Фернандо. Безусловно. Не имела чести быть с вами знакома. Я тоже. Я приехал на оглашение завещания моего бедного дядюшки. Мы тут все собрались. Пожалуйста, заходите. С искренним удовольствием. Это я, мертвец, говорю с вами. Вот я недвижим, лишен жизни. Я король иллюзионизма, ученик Робера Удена. Я Сэм Салюте, маг. Вам прекрасно известно, что при жизни я был большой многообразной звездой, главным фокусником. Я мог заставить исчезнуть все, что угодно. Но теперь, к сожалению, смерть вынудила исчезнуть меня. И вот вы все здесь собрались в моем доме.
дамы и господа, члены моей семьи, дорогие родственники и друзья, все вы здесь, чтобы услышать мою последнюю волю, которую я записал, будучи живым, чтобы вы все могли услышать мой голос. Не надо притворяться плачущей, Берта. Ты будешь богата, вот увидишь. Состояние, которое я сколотил своими трюками, довольно велико. Поэтому успокойся и продолжай жить. Продолжай жить. Ты, Гектор, пожалуйста, перестань мучить усы. Это нервирует меня. Простите. Спасибо, капитан. Что касается вас, кузина Карабелли, не питайте чрезмерных иллюзий. Половина моего состояния, в первую очередь, пойдет моим верным слугам. Барбаре, моей преданной гувернантке, которая была рядом со мной многие годы. Дэнни Круку, моему незабываемому бывшему партнеру, великолепному Дэнни Круку. И славному Антонио, моему егерю. Пожалуйста, не делайте такие лица, сеньоры, члены семьи и ты, Фернандо. Не надо развлекаться позади следующих. И не волнуйся, ни к чему. Последний раз, когда мы виделись, тебе должно быть было лет 5. Такой малюсенький-малюсенький. Не думаю, что ты очень опечалился. Нет. Я не закончил, сядь. Я и так сижу. Итак, мои дорогие, вы приглашены провести ночь в этом замке и постараться быть здесь еще завтра утром, когда доктор Рогинелл, мой нотариус, вернется, дабы огласить вам мое завещание. Постарайтесь присутствовать все, потому что отсутствующие будут лишены их доли в пользу присутствующих. Это моя последняя воля. Ну вот и все. До завтра и спокойной ночи. Дамы и господа, мне ничего не остается, как попрощаться с вами. Сеньор нотариус, если хотите, можете переночевать здесь. Нет, при данных обстоятельствах я предпочел бы вернуться к себе домой. Надеюсь застать вас всех здесь снова завтра утром. Перекусим немножечко. Пойду приготовлю бульон. Бульон? В это время? Будем надеяться на что-нибудь более питательное. Но если вы предпочитаете, понимаю, в такой ситуации. Странное создание эта гувернантка, не правда ли? Я ее ненавижу. Она разбила сердце бедному Сэму. Да? А как она это сделала? Препятствуя ему жениться на мне. Я вас понимаю. Понятно, почему он рассмотрел ее в завещании. Если бы он рассматривал ее только там. У дяди Сэма был хороший вкус. Хороший вкус, говорите? Довольно простое дело. Зависит от субъекта. Беатрича, сядь ровно. Вы слышите? Это не я, это он. Какая неудобная поза для сна. Заснул сном праведника. Не слишком доверяйте ему. У меня есть достоверные сведения. 3 года тюрьмы. 3 года тюрьмы? А дядя Сэм был в курсе? Конечно, в курсе. Но ему нравилось окружать себя странными людьми. Это заметно. Сеньор Сэм был хорошим, вот и все.
Я, к примеру, без него был бы до сих пор в сумасшедшем доме. И давно вас выпустили. А почему вы были там заключены? Я вам это скажу. Нет. Он сказал, нет, не настаивайте, Берта. И все-таки да. Этой ночью мы имеем право знать правду. Хорошо. Когда было полнолуние, этот мужчина преследовал женщин, воя как волк. Нет. Как забавно. Как волк. Выпрямись. Скажите, вы также преследовали эту синьорину? Нет. Ну, тогда он не сумасшедший. Нахал. Кстати, мы даже не знакомы. Очень рад познакомиться. Кто вы? Сэм никогда не говорил об этом племянничке. Да уж. Простите, вы с какой ветви будете? Ни с какой. Я боюсь высоты. Боитесь высоты. Хорошо, хорошо. А вот и бульон. Так, так. Бульон. Вкусный бульон. Позвольте, спасибо. Раз. Два. Спасибо. Вот. Приятного аппетита. Что вы делаете? Пожалуйста. Если вам что-нибудь понадобится, стучите в перегородку. Моя комната рядом. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не такой уж и сумасшедший был дядя Сэм. Я уже чувствую, что этой ночью мне что-нибудь да понадобится. А мы не можем договориться? Нет, конечно. Ну тогда, безусловно, пора действовать. Да. Сделаем это под покровом темноты. Ты слышала магнитофон? Он сказал, дословно, «Отсутствующие потеряют их долю в пользу присутствующих». Да, в общем, чем меньше нас завтра проснется, тем будет лучше. Чем нас меньше, тем будет лучше. Нет. Мне очень жаль, но я не могу бросить эту бедную, милую женщину совсем одну в своей комнате. Нет, я не могу так поступить. Кажется, у нее возникла точно такая же мысль. Что вы здесь делаете? Вы слышали эти два голоса во дворе? Да, я слышал. Я боюсь оставаться одна в своей комнате. Мне страшно. Идите к своим родителям. Они спят, как сурки. Ну, тогда идите к капитану. Я даже не подумаю, он грубый. Ну, тогда послушайте, пойдите к этой своей тетушке, к тете Берти, она невротичка. Поверьте, я здесь доверяю только вам. Ну вот, сейчас придут люди, и вы меня поставите в очень неловкое положение. Понимаете? Не шевелитесь. Кто там? Синьора Карабелли. Это мамуля. Спрячьте меня. Мы можем спрятаться вместе. Не будем преувеличивать. Вы не знаете, на что способна мамуля. Всего лишь месяц назад два моих ухажера пропали при загадочных обстоятельствах. При загадочных? Черт, спрячьтесь тут. Откройте скорее. Это вопрос жизни и смерти. Вы слышали? Только что во дворе. Да, я слышал. Не прогоняйте меня в мою комнату, я боюсь. Простите, разбудите своего мужа. Как раз его я и боюсь, правда? Да, вы не знаете его буйство и безрассудную ревность. Откройте. Мой муж. Спрячьте меня скорее. Этот мужчина способен на все. Не бойтесь, вы же из него вышли. Не туда. Туда, вот сюда, в эту сторону.
Заходите, да? Входите. Вы один? Нет, да. Вы знаете, почему я здесь? Вы слышали голоса во дворе? Нет. Нет, он не слышал голосов. Моя жена исчезла из супружеской постели. Какой ужас, вы уверены? Нет, это большая удача. Я избавился от удавки. Почему? Она наводит на меня ужас. Со всей этой историей с наследством, которое будет заимствовано в пользу оставшихся, я чувствую, что она способна на все. Почему бы вам не пойти в комнату дочери? Она еще хуже своей матери. И вытащил в свет прямо-таки замечательную семью. Мне неспокойно. А мне спокойно. Давайте останемся вместе, не будем расставаться. Да, но я... было бы хорошо, но не знаю, где вас спрятать. Кто-то кричал. Это голос моей жены. Нет, это мужской крик. А вы разве слышали, как кричит моя жена? Нет, я еще не имел такой удачи. Боже, какая семья. О, небеса. Это была моя дочь. Нет, это мужской крик. Сразу видно, что у вас нет материнских ушей. На всякий случай. Где она? Бедняжка. Я хочу к мамуле, хочу к мамуле. Я тебя отведу к мамуле, пойдем. Они убили егеря. Кофе, скорее. Мне плохо. Без паники, без паники. Предоставьте все мне. Я командую, и это моя профессия. Пардон. Он мертв. Так, так, так. Его зарезали в спину. Лезвие, должно быть, вошло прямо в сердце. Так, так, так. Начнем сразу же целенаправленное расследование. Господа, нужно найти орудие преступления. Ну вот мы и пришли. Стоять. И чтобы никто не выходил из этой комнаты. Что это? Нож для бумаг. Нож для бумаг. Предупреждаю, отныне все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Ну, что вы скажете? Вы насмехаетесь надо мной? Нет. Настаивайте? Я вам это припомню. Это не я, это он. Мяу. Какой ужас, какой ужас. Туз, пик. Это говорит нам, что убийца захотел подписаться под своим преступлением. Кто бы это мог быть? В этом проклятом месте любой из нас заинтересован в устранении остальных. Пожалуйста, спасибо. Кто будет следующей жертвой? Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, спасибо. Туз-пик! Я пропала! Синьорина, подождите, пожалуйста, синьорина Берта. Я пропала! Да нет, ну что вы, кому-то захотелось пошутить. Успокойтесь. Я боюсь. Я слишком молода, чтобы умирать. Я бы так не сказал. Что вы хотите сказать? Я слишком стара? Нет, я говорю, вы не умрете. Так значит, вы знаете, как я должна... Нет, я не знаю. Мне очень жаль, но я не знаю. Вы-то знаете. Вы хотите меня убить. Я? Вы убийца. Я? Задыхаюсь. Воды. Пожалуйста. Воды? Сейчас. Ну вот... Она испарилась.
Куда она делась? Что случилось? Замечательные новости. Идите сюда. Где Берта? Что? Я не понимаю, где она? Там. Где там? В этом кресле. Я ничего не вижу. Послушайте, я вас предупреждаю. С этого момента все, что я скажу, может быть использовано против меня, я это знаю. Молодец, спасибо. Ну так давайте воспроизведем произошедшее. Хорошо, в общем так. Я был тут, я взял в руку стакан и наполнил его водой для Берты. Но стакан пуст. Да, потому что воду выпил я. Хорошо. Значит, вы признаете, что это было не для Берты? Нет, но выпили вы. Потому что Берта исчезла. Исчезла? Итак, сколько времени вам понадобилось, чтобы наполнить? Кого? Берту? Да, Берту. Нет, при чем тут Берта? Стакан. Стакан, ага. 3 секунды примерно. Будьте точны, пожалуйста. Хорошо, примерно исключим. Вот. Значит, остаются 3 секунды. Итак, всем стоять, чтобы никто не двигался. Я тут. Молодец. Я считаю. 1, 2, 3. Ну, что скажете? Но это не Берта. Нет, это лассо. Еще один. Я спрашиваю себя, кто бы мог быть убийцей? Кто бы это мог быть? Это мог быть любой из нас, потому что тут все заинтересованы убить всех. Поэтому мы должны остерегаться всех. Потому что все могут быть убийцами всех и жертвами всех. Все, что остается, это держать ухо востро со всеми ото всех. Всем вам понятно? Да. Счастливчик. Туз-пик? Нет, я обжегся. Обжегся? Какая жалость. Спокойствие. Предлагаю забыть о пиковом тузе. И все вместе попробовать этот чудесный десерт. Угощайтесь, прошу вас. Спасибо. Главное не потерять аппетит. Туз-пик. Лучшие всегда уходят первыми. Мои соболезнования. Спасибо. Мои соболезнования. Спасибо. Мне очень жаль. Спасибо. Мои соболезнования. Спасибо. Бедный друг. Спасибо, не плачьте. Я не позволю вам потерпеть такую жестокую потерю. Надейтесь на меня, я не позволю себя убить. Нет. Не хватало еще ни грозы. Да здравствует темнота. Еще бы тут не испугаться. Ah!
Чёртовы коты. Не хватало еще и кота. Закрыто. Скорей. Черт, кто-то идет. Скорей, скорей. Ужасная ночь. Такая темная ночь. Идеально для убийства. Думаешь, нас заметят? Нет, когда не заметят, мы будем уже очень-очень далеко. Возьми чемодан, выпрямись. Но он тяжелый, мама. Скорее, залезайте, залезайте. К черту наследство. Отсутствующие, но все трое живы. Стойте все четверо, если вы не против, разрешите, сеньора, я тоже поеду. Нет, с вами опасно, вы получили туза пик. Поезжай, Горацио, поезжай, поезжай. Ну, подождите. Стойте, или я стреляю. Они стреляли, я боюсь. Что случилось? Они стреляли прямо в нас. Смотрите, колеса. Я не хочу здесь оставаться. Нет, пойдемте отсюда. Да. Эй, ты, стой. Не двигайся, или ты покойник. Животные. Отстаньте, летучие мыши. Не двигайся, или стреляю. Откуда вы пришли? Убийца там, в лесу, и он меня... Помогите, помогите! Я чуть не поймал убийцу в лесу. Какая досада. Что? Что? Это был не убийца, это я. Вы? Я? Что скажете насчет чашечки кофе? Хорошая идея. Мне побольше сахара. Я мог его убить. Хорошо, что я его не догнал. Спасибо. Спасибо. Теперь нас трое. Кто убийца? Капитан? Нет, он слишком глуп. Она тем более. Слишком она мне нравится. Mm-hmm.
Он нет. Она тоже нет. Так значит, это я. Что? Господа, мы просто слишком перенервничали. Да, точно, нам надо успокоиться. Бесполезно переживать. Давайте сядем, выпьем по чашечке кофе, и все станет ясно. Да, да, ясно, ясно. Нет, вы слишком нервничаете. В кофе туспик. Меня отравили. Да, меня отравили. Умираю. О, отравили. Молитесь за меня. Пойдем за ним. Умираю. Бедный я. Какая боль. Успокойтесь, капитан. Успокойтесь. Капитан, крепитесь. Нет, прошу вас, оставьте меня одного. Оставьте меня. Это желудок. Держитесь, держитесь, красавица, будьте спокойны. Вы в хороших руках, крепитесь. Какая она тяжелая. На туалетном столике. На туалетном столике. Мои соли. Ее соли. Скорее. Барбара. И она тоже. Ah!
Мы потеряли один зубик? Нет, дорогой, тебе его не вставят. Какой арсенал? Возьмем это. У него ствол подлиннее. Лучше вооруженным сегодня, чем покойником завтра. Спектакль продолжается. Послушай, я видел твоего брата вон там. Но этот живой. Смотрите, какой кретин. Он даже представить не может, что смотрит в зеркало, через которое мы его видим. Он сильно напуган. И если после всего этого он не сбежит, нам ничего не останется, как отправить его спать, как и двоих других. Задерни занавес, спектакль окончен. Крепкий орешек. Я начал действовать с того, что послал лжеслепого, чтобы он остался дома. Ну, теперь мы уже у конца развязки. Сегодня утром нас будет немного в ожидании нотариуса. Наследство поделим мы втроем. Когда эти два ангелочка проснутся, наша игра уже будет закончена. С таким количеством наркотиков, которые мы им подмешали, они даже не вспомнят, что произошло. Однако у старика Сэма была фантазия для всех своих трюков. Да, но ему не хватало нашей хитрости, чтобы она сработала должным образом. Никому не двигаться! Снимите маски! Быстро! Надеялись выйти сухими из воды, но наоборот, попались как три поросенка. Мои комплименты, Барбара. Молодец! Отличное трио. Если бы не я, вы бы поделили наследство бедного дяди Сэма, обкрадывая семью. Что ты задумал? Стой на месте, зверюга, не двигайся. Этот ствол бьет на 1000 метров. Он не настоящий. Догнать его! Он воскрес. К вашим услугам. Ну да, я тоже. Проходите, мои верные слуги. Проходите, проходите. Нет, я не умер. Это была комедия. Я хотел всего лишь отдавать себе отчет о природе ваших чувств по отношению ко мне. Благодаря умелой помощи незаинтересованного моего старинного друга Фернандо, я смог разрушить ваш заговор. Чтобы завладеть краденым, вы, не колеблясь, могли устранить любого, кто мог бы вам помешать, включая меня. Должен признать, что ваш план очень хорошо продуман. А теперь исчезните. Идите собирать чемоданы, вы уволены. Господа, выход в той стороне. Отлично. Генеральная уборка. О, мы еще не закончили. Осталось еще кое-что. Кузина Карабелли, появитесь.
Выходите из шкафа. А как вы догадались, что мы там внутри? Это магия? Нет, я видел вас ходящими туда, когда был мертв. По правде говоря, мы там были в ожидании оглашения завещания. Это ни к чему, дорогие. Возвращайтесь через несколько лет. Как видите, я все еще жив и здоров. Мы очень рады, Сэм. Да, дядюшка. Спасибо, попытаюсь вам поверить. Прежде чем уйти, зайдите к тете Берти и капитану, чтобы освободить их. Единственных верных среди вас. Ладно, договорились, Сэм. Счастливого пути. Спасибо, выпрямись. Да, мама. Жив и здоров, а? Вероятно, было весьма рискованно для вас приехать в роли моего племянника, не так ли? Да, но я ничуть не жалею, что дело так прояснилось. Ведь я многого не знал. Да и я тоже. Более того, когда началась вся эта история с тузами Пик, ведь это была их задумка, я, должен признаться, испугался за вас. А я совсем не испугался. Ах, шутник. Вы шутите. Скажем так, немного страха, необходимый минимум. Сигару с удовольствием. Конец. Над русской версией фильма работали. Перевод Инна Бондарева. Текст читал Никита Кирдин. Сведение звука Никита Кирдин. Фильм переведен и озвучен специально для проекта phoenixclub.com сентябрь 2010 года. Thank you.